вошел. Фактор 2, okay. Это нормальное исполнение. Ready? Это вот тебе диаметр веревки. The sheet is not damaged. Да? Диаметр уже. Как это? Диаметр веревки. The proper diameter. Да. Sorry. But also with 10.5 is good. 10.5 тоже нормально. The 10 millimeter is too limit. Is more than 2 meters of sliding. Ну, с 10-миллиметровой более 2 метров как бы проскальзывание. 2 метра это... Я понимаю, что это, конечно, может даже и лучше, потому что... С точки зрения гашения. Гашения, да. Но будет ли у тебя там еще, подзадите, 2 метра? 2 метра, да. Вот в чем вопрос. Да, может и просто там не оказаться. This is with 200 kilograms. The sheet is damaged, but is not broken. Oh. Is the breaking load of the rope is still what on that? Yeah. Видишь? Вот отсюда. И вот. Вот до сюда, вот сюда, вот он, да. Вот, видишь, вот остался полоска, вот он остановился и плавил, ну, тепло-то отходило. Старт. Я. Старт. So you can see that. Старт. 70. 40 сантиметров. To stop a fall of 180 kilograms. 40? Здесь 40 сантиметров? Ну да. А хорош, что 40 сантиметров? You will not find another device with this performance. Thank you.